В округе демонтировали еще один торговый павильон. Основанием для сноса является требование администрации городского округа. У владельца павильона не были оформлены земельно-правовые отношения. Подробнее расскажем в сюжете. Этот торговый объект на Волковской улице появился больше 10 лет назад. Разрешение на его установку у собственника было. Но по истечении срока действия договора администрация Люберец вынесла владельцу предупреждение о демонтаже данного павильона. В добровольном порядке он приступил неделю назад к выполнению работ по демонтажу. В этом году это уже третий случай, когда собственник самостоятельно демонтирует данный объект по предписаниям администрации, проявляя должную осмотрительность. Освободившуюся территорию площадью 97 квадратных метров благоустроят и озеленят. Всего с начала года в городском округе демонтировали уже 36 незаконно возведенных торговых объектов. Такое решение администрации жители поддерживают. Ну, главное, чтобы новенькие не поставили потом. До конца года в Люберцах демонтируют еще 30 нестационарных павильонов. В первую очередь под снос попадут торговые объекты, установленные вдоль магистралей и не отвечающие требованиям безопасности. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.